Молодой человек, помогите мне, пожалуйста, у меня собака пропала. Не видел я тут никаких собак. Молодой человек, ну пожалуйста, помогите мне, я если ее не найду, я с ума сойду. Ладно, давайте посмотрим, что у вас за собака? Шпиц маленький, пушистый. Господи, он ведь может под машину попасть. Вы в полицию звонили? Звонила, они трубку не берут. Ну, вы чего стоите? Ну, сделайте же что-нибудь! Ну, я пытаюсь. Скажите, собака раньше убегала из дома? Нет, это первый раз такое. Собака употребляла наркотики? Ну, конечно, она не употребляла наркотики. Она у меня постоянно перед носом была. Как зовут вашу собаку? Владик. Красивое имя. Господи, при чем тут имя? Вы мне поможете собаку найти или нет? Когда она убежала? Примерно год назад. Тогда я вам советую просто расслабиться и жить дальше. Потому что ровно так же и поступил я, когда расстался со своей девушкой год назад. Владик?